Привет, братишки и сестренки, как ваши дела? С вами Дава, и сегодня попробуем коротко и ясно поговорить о продукте Daft Intro. Это новый продукт от компании Daft, я не могу назвать это линейкой, потому что здесь основа-то другая, основа-то чайная, основа-то зеленая. Поэтому я взял несколько вкусов, я их прокурил, кто на меня подписан, в принципе, в курсе, что я говорил про этот продукт у меня в историях. Если ты еще на меня не подписан в Инстаграме, то обязательно подпишись, потому что я там много чего рассказываю о продуктах. Я не увидел смысла в том, чтобы прокуривать все вкусы, потому что здесь у нас 20 вкусов, первый дроп, и здесь все вкусы – это классические вкусы из классической линеечки Дафта. Wildberry, Dragon Fruit, Brownie, Litchi, Banana Gum, то есть чизкейк. Это, наверное, самый первый дроп Дафта был со вкусом чизкейк. Интро, в переводе введение. Это то, что мы видим в начале любой компьютерной игры. Интро, отправная точка увлекательного пути от самых легких уровней до главного босса. Ля-ля-ля. В основе Дафт Интро китайский зеленый чай Orange Pekoe, обработанный по уникальной для данного продукта технологии криогеник. На начальном этапе работы сырьем мы увлажняем лист, а затем резко понижаем его температуру. Кристаллики льда в микропорах клеточных стенок вызывают частичный разрыв волокон, понижая, наверное, умственную способность, потому что здесь написано все очень сложно, и это прям сложно воспринять. Короче, ребятки сделали типа крутую технологию, но мы все знаем, что все любят немного подпиздеть. Поэтому, короче, в отличие от других производителей, использующих сахарный сироп, в Daft Intro мы используем натуральный мед. Привет Арджелине! Именно он помогает создать те самые ощущения полноты дыма, когда ты прямо чувствуешь, что вдыхаешь не просто ароматизированный воздух, как бывает с вейпом, а что-то плотное, заполняющее, будто куришь настоящий табак. Из интересных, баночки 50 грамм, в два раза дешевле, чем Daft классический, и можете спрашивать во всех магазинах страны. Собственно, так вот написано, но даже невооруженным взглядом можно понять, что вот эта выгнутая баночка, это что-то цитрусовое, а нет, банан. В принципе, банан тоже ацетоновый, мы это все знаем. И барбери, да, барбарис, это вообще пизда выгинает, но у меня здесь был вкус Pink Grapefruit, так здесь вообще крышки пизда. Я просто удивляюсь, как банку еще не разъела. Делюсь своим мнением о данном продукте. У меня здесь микс, здесь у меня Cherry Juice и Фейхуа. Круто! Я вам скажу, почему круто. Во-первых, потому что мои слова, сказанные, наверное, 5 или 4 года назад, о том, что чайное сырье, за ним будущее. Я даже сейчас найду специально ролик и приклею его вот сюда, можешь в край экрана тыкнуть и посмотреть этот обзор, где я четко расписываю, что будет с кальянной индустрией в дальнейшем и что нас, в принципе, ждет. За чаем будущее. Почти многие производители на данный момент переходят на чай. Это не связано с крутостью чая, это не связано с тем, что типа чай пизже, чем табак. Это, конечно, связано же с законами. Почему? Вы здесь видите акциз? Видите акциз? Я его не вижу. А где честный знак? А где маркировочки? Я тоже не вижу. А где здесь что-то вообще? Здесь ничего нет. Знаете почему? Потому что здесь нет табака, здесь нет никотина. Соответственно, нету какой-то естественной крепости. Но здесь есть не то чтобы крепость, да, а есть именно накуривание. Потому что ты что делаешь? Ты куришь. И только от самого процесса попадания в твой организм продуктов сгорания, продуктов выпаривания, ты все равно чувствуешь накуренность. И самое главное, ты чувствуешь аромку. Потому что сейчас, как я заметил, многие уже не смотрят на дым. Многие смотрят именно на вкус. И что касается вкуса в Daft Intro, все феноменально, шикарно. Я примерно так и знал, что так и будет, потому что
любой чайный продукт, а это чабака, фишка, бруска, дохуя чего, у них вкусы раскрываются пиздато. Все почему? Потому что туда не вмешивается, так сказать, естественный аромат сигарного табачного листа. А нет каких-то никотиновых вот этих штучек, которые немного занижают характеристики именно аромки. Нет каких-то химических конфликтов. И получается, что в любом чае аромка всегда пизже. И если ты куришь что-то очень легкое и с удовольствием куришь аромку, и с удовольствием куришь чайный лист, ты самый счастливый человек, который наслаждается прелестями кальяна. За исключением крепости. Здесь реализовано все очень круто. В принципе, допустим, взять тот же, гузбери. Самый уёбский вкус у дафта, мне кажется, это гузбери. Почему? Потому что непонятные ягоды. Что это, блять, куда это? Похоже ли это на естественный вкус крыжовника? Нет. Тут что-то такое кисловато-противное, но в чае, в интро, этот гузбери, этот ебаный крыжовник, блять, раскрывается так, что ты прям реально куришь и думаешь, сука, может я старею? Я иду к себе, забиваю гузбери из дафта табачного и понимаю, что нет, нихуя я не старею, а дафт интро реально прикольно раскрывает аромку. Что касается уже курительных характеристик, крепости почти нет. Я это примерно описываю так, что крепости почти нет. А вы, наверное, скажете, откуда там крепость, ты, блядь, старый долбоёб? Тут же никотин фри, табак фри, откуда крепость? Вот именно, все именно в почти. За счет того, что идет накуривание, ты как бы чувствуешь какую-то крепость, есть она или нет, но как бы ты все равно чувствуешь, а твой мозг это делает за тебя. То есть он придумывает накуривание, потому что ты как бы куришь, а мозг привык. Если ты куришь, значит ты накуриваешься, и дай-ка я тебя накурю. Далее, по градации вкуса, как она примерно распределяется. На самом старте, из-за того, что это чай, вкус не очень яркий. А когда мы только первый раз забили, я такой думаю, да, ну нахуй. Нахуя тогда делать, если это, ну, не нравится. Ну, вообще никуда не идет. Мы прокурили минут 5 буквально, и все, бам, вкус пошел. Никаких посторонних привкусов. И самое главное, что примерно мы прокурили 50 минут на двоих. Спокойным темпом давали кальяну немного отдохнуть, не паровозили его просто по-дикому. И только лишь потом у нас началась постепенная деградация аромки. Она потихоньку вниз, 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 вниз. Но при этом при любой смене углей, при каких-то других температурных манипуляциях, табак никак не проявляет себя по негативной стороне. Он не перегревает табак. Чай. Он никак не перегревается. У него нет каких-то моментов горечи. За исключением, конечно, если же упадет туда реально кусок табака, то ты это почувствуешь. Но это как бы легко решается. И это прям вот форс-мажорная ситуация, которую вообще никак нельзя приплетать к обзору на этот продукт. И ты спокойно его докуриваешь. А потом чувствуешь, что тебя наебали. Да, мозг немного понимает, что ты прекратил курить, а где же накурка, тебя наебали. И ты уходишь расстроенным. Поэтому я рекомендую вам Daft Intro купить, поначалу прокурить его вчистую, а потом уже миксовать с табачными продуктами, которые более-менее крепкие, и ты получишь охуенную гармонию, так сказать, баланс. Поэтому это Дава Дым, это Daft Intro. Пока!